День добрый, наш сегодняшний пост мы снимаем с сердцем Днепра. Мы находимся в синагоге, которая называется Бет-Кнессет Либерман. Это место, которое находится рядом с домом Хаима Каневского. Здесь на улице Рашбам 23 живет Рав Хаим. Мы сняли его сейчас на брите своих друзей и выставим небольшой ролик про него. Но, в принципе, хотелось бы рассказать про эту синагогу. Это синагога, в которой молился и его отец Рав Хаим Каневский, Рав Яаков Исраэль Каневский, знаменитый Штайфер, про которого можно рассказать много разных историй. Одна из них — это то, что, служа в Красной Армии, он стоял на часах, и это было в шаббат. И когда он должен был как бы приступить к своему дозору, к своему посту, он должен был снять тулуп в мороз с крючка дерева, и он не стал этого делать. Почему? Есть много объяснений, но по закону он не мог пользоваться тем, что висит на дереве. Он подумал, ну, одну минутку я подожду, да, потом, так сказать, как, если буду чувствовать, что начинаю замерзать, я одену этот тулуп. И так он простоял весь свой пост и не захотел нарушить шаббат даже в вопросе дерабона, несмотря на то, что это было достаточно опасно для него, и он после этого пострадал. Как бы вы можете спросить, а что это такое? Что это за поведение такое? Это вот те люди, для которых слово Всевышнего превыше всего. И у них ощущение, так сказать, того, что вот это нельзя, оно физическое ощущение, не так, как у нас, что нам, как бы, ну, написано, что нельзя, но если очень хочется, то можно. Эти люди, они физически чувствуют какие-то вещи, которые запрещены Торой, даже по закону мудрецов. Вот. И вот такой вот отец, и его дядя был Хазуниш, да, то есть матерью Рухами была сестра Хазуниша. И вот здесь, в этой синагоге, например, никогда не используют в шаббат электричество, поскольку Хазуниш считал, что использовать электричество в субботу – это запрещено, поскольку электрическая компания вырабатывает его в субботу. Можно использовать только генератор. Здесь, например, я молился здесь в шаббат, нет никогда нет света в субботу, для того, чтобы люди помнили, что использовать продукцию электрической компании Израиля, которая вырабатывает электричество в субботу, нельзя. В принципе, это место, если можно было так сказать, это центр богобоязненности еврейского народа. Вот так бы я для себя это назвал. Да, вот как это не выглядит, как это не кажется, как это не... Ничего особенного вроде здесь не происходит, а вот если говорить о том, что откуда идет, генерируется трепет перед словом Творца, я думаю, что отсюда. Большое спасибо, до свидания. А это лестница в дом к Рав Хаиму. Мы сейчас не будем беспокоить Рава, поскольку неприемные часы, но просто для того, чтобы вам показать, наши зрители, как это выглядит. Вот такой дом, где живет Рав Хаим Каневский. То, что меня всегда поражает в Днепраке, это то, что абсолютно нормальная, обычная жизнь, буквально в 10 метрах от дома, где живет Рав Хаим. И где, как мы сказали, находится центр еврейской богобоязненности. А просто обычный город, в котором идет обычная жизнь. А на самом деле это вот здесь что-то особенное, что-то необыкновенное. Вот так вот.